Подростки-диверсанты, пойманные в ДНР, раскаялись и попросили дать им шанс, чтобы исправиться. Об этом они заявили на встрече с омбудсменом ДНР Дарьей Морозовой. Я лично очень сожалею о том, что сделал. Я хочу все как-то исправить. Сделать все возможное, чтобы все было хорошо и больше не заниматься такими больше делами. Я все осознаю, я все сделаю, чтобы ничего такого больше не было. Я очень сожалею о том, что мы натворили. Прошу у всех прощения. Я извиняюсь, Карин. Простите меня, пожалуйста, то, что я говорил. Как рассказала Дарья Морозова, подростков навестили представители ООН. Они проверили их личности, убедились, что к задержанным не применялись никакие пытки. Подросткам также разрешили написать родителям. Дарья Морозова попросила главу ДНР Александра Захарченко проявить снисхождение, отнестись к малолетним диверсантам по принципам гуманизма. Министерство госбезопасности ДНР сообщило о задержании подростков-диверсантов в начале недели. Установлено, что за 13 месяцев с мая прошлого года они подорвали около десятка гражданских и военных машин. Также была доказана причастность банды к подрыву грузового поезда в феврале этого года. Есть данные, что в вербовке подростков принимали участие сотрудники спецслужб Украины.